До конца декабря в дополнение к ежемесячным платежным документам Мособл ЕРЦ часть жителей, имеющих задолженность свыше 12 месяцев, получат дополнительные квитанции по взысканию фонда капитального ремонта Московской области. В документе указывается информация об уполномоченной организации, сумме задолженности, рекомендуемых сроках оплаты и контактные данные для связи и уточнения. Если собственник полностью оплачивает долговой документ и квитанцию от Мособл ЕРЦ, переплату учтут как авансовый платеж за следующий расчетный период.